Ну, у вас же, наверное, тоже все в порядке, в смысле, с дисциплиной, с диетами. Вы же, когда, ну, вынашивали ребенка, так были... Да, ну, так... я была такая кустодиевская. Да, да, в общем-то. И сейчас вы в такой же форме, как и до того. Ну, во-первых, это генетически, а во-вторых, ну, как-то у меня лишнее не задерживается. Мне, наверное, тяжело его носить, это лишнее. Я не могу все время с гирями ходить. Ага. Поэтому как-то, ну, вот... Мои детишки мне позволяют очень быстро восстановиться. Угу. То есть вы себя не ограничиваете? Ну, иногда диеты, приходится, да? Да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».